И всем привет! Вы на канале Мама и я. И сегодня я уже второй день в Mask Empire. Давай же покажем особенности этой игры. Для начала мы, наверное, заберем ежедневную награду. Да, для этого заходим в пятую укладку квесты, забираем ежедневную награду. Здесь я еще выполнил какое-то задание и уже подзаработал немного денег. И самая фишка, не тратьте свои деньги, пока не сделаете инвестиции, потому что эти инвестиции принесут вам еще доход, который вы сможете потом потратить. Давай для начала сделаем инвестиции. Для этого заходим в третью вкладку «Город» и «Фондовую биржу». Инвестфонды. Обратите внимание, мы сейчас можем сделать три инвестиции. Здесь есть инвестиции с низким риском, средним риском и высоким риском. Если вы будете необдуманно клацать на любую из вкладок, то вы можете вместо прибыли получить убыток. На сегодняшний день мы знаем три комбо инвестиции, которые нам принесут прибыль. Это на 15 июля 2024 года. Давай. Первая карточка — недвижимость в Нигерии. Мы пододвигаем этот скролл, вкладываем в это максимальное количество наших денег, потому что мы знаем, что эта карточка прибыльная. И нажимаем на кнопку «Мне повезет». И, о да, мы получаем плюс 77% к нашему заработку. Следующая карта – разведение хомяков. Также двигаем скролл, чтобы вложить в это максимальное количество возможных денег. Мне кажется, что эта инвестиция появляется у вас возможность больше инвестировать от левела, в котором вы находитесь. Сейчас, так как у нас уровень первый, нам, возможно, небольшое количество денег. И последняя инвестиция – это вот эта красивая девушка, модели. И тоже клацаем «Мне повезет». Все, ребята, на сегодняшний день мы сделали три прибыльные инвестиции. И, как вы заметили, у нас количество денег стало больше. О, а я вижу тут какую-то подсказку. Что это? Привет, я расскажу тебе, как играть и зарабатывать в этой игре. Ну, давайте посмотрим. Ну, расскажи. Нажми на круг с маском. Таким образом вы заработаете свои первые деньги. Хорошо, мы это и так знали. Кстати, заметьте, ребята, у нас вчера раздавало только по одной, да? Плюс один. А левел... сейчас плюс два дает. Да. Кстати, мы сейчас начнем тратить деньги, и у нас должен повыситься левел. Не будем мы сейчас клацать по маску, ну давай хотя бы еще почитаем, что там еще. Обратите внимание, что при покупке улучшения вы получаете опыт и можете повышать уровень. Понятно. Каждый уровень открывает новые возможности. Ну это понятно, с каждым уровнем у тебя больше возможностей, это логично. Новые уровни открывают новые задания, улучшения, лиги и так далее. Хорошо, спасибо. Выполняйте другие задания, чтобы получать награды и зарабатывать больше денег. Постараемся. Квесты – хороший способ заработать деньги. Обязательно выполняйте их. Особенно ежедневный квест не забирайте забирать награду. Некоторые задания дают награды по прибыли в час. Круто. Улучшите задачницу, это поможет вам повысить энергию. А, задачницу? Окей. Если я не ошибаюсь, то задачницу я уже прокачивал. Это где-то в персональных. Да, задачница... Не-не-не-не, задачница в персональных, ищи ее. Не сильно так. Или в офисы иди. Нет, хотя это... Подожди, задачница здесь должна быть. Может, она у тебя закрыта, поэтому ты так не быстро реагируешь. Вот-вот, задачница, ага, программа и обеспечение. Она была в офисах. Кстати, да, вы сможете повышать свой уровень только на тех заданиях, где нету пригласить друга. Так как у нас этот аккаунт будет для тех, кто вообще не сможет пригласить ни одного друга. И вы посмотрите, каких успехов мы сможем добиться. Теперь нам нужно потратить те деньги, которые у нас есть, чтобы перейти на второй левел. Не будем же мы все время смотреть на маска с подбитым глазом. Подпишитесь на наш канал. Ну, это понятно. И на наш канал тоже. Не только на канал создателей. Понятно. Ну, подпишусь на канал я уже потом. Кстати, я создал новый телеграм-канал. Здесь в нем будет публиковаться комбо насчет фондовой биржи и также комбо в Hamster Combat. Так что переходите в закрепленный комментарий или в описание и подписывайтесь на мой канал.
А давай мы сейчас улучшим маску возможностей и получим второй уровень. Давай мы ему прокачаем спорт, питание, сон. Питание. И мозг. И мозг, да. Ура! У нас повышение уровня. Забираем. Я красавчик, и мы тоже. Теперь я мамкин стартапер. Мамкин стартапер. Ну, а на этом, наверное, мы завершим сегодняшнюю серию. Увидимся до завтра. Увидимся в следующей игре. До завтра. Пока.